пацаны вчера погуляли. Сейчас уже поздно. Там в другом конце гаражей еще два его коллеги дятла стоят. Здесь дорога-то максимум 100 метров. Абсолютно разогнаться негде. Даже со встречными разъехаться проблема. Ребят, погуляли. Извините, ночью телефон плохо снимает. Завтра утром пойду еще раз сниму. Так что до утра, ребята. Ребята, как и обещал, утром на свету снимаю заново. Вот видите, дорожка-то всего ничего. Умудрился разогнаться и съехать. Не справился типа с управлением. Дятел. А это дятел номер два. Полетать решил. А это участник номер 3. Перед ямкой решил не затормозить. Аж колесо разбортировал. Класс. Вещь. Нет, одно только колесо. Вот чудики погоняли на бэхе. Дорожка типа пешеходная. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.